Идеальная фигура? Ослепительная улыбка? Или все вместе? Мы шведская компания, и мы уверены, настоящая красота начинается с гармонии внутреннего и внешнего. Взгляни на красоту по-новому вместе с Oriflame. Ухоженная кожа – основа твоей красоты. Мы знаем, что нужно твоей коже в зависимости от ее типа и твоего возраста. Наши средства для комплексного ухода No Age созданы, чтобы сохранить ее молодость, красоту и сияние. Здоровый образ жизни и правильное питание наполняют тебя энергией и пробуждают твою внутреннюю красоту. Продукция Wellness больше, чем просто источник энергии. Это качественные изменения твоего образа жизни, новые здоровые привычки, которые делают тебя красивой. Декоративная косметика Oriflame поможет тебе подчеркнуть твою уникальность. Каждые 3 недели мы предлагаем тебе свежую информацию о самых актуальных бьюти-трендах, чтобы вдохновить тебя на создание неповторимых образов и своего собственного стиля. Если ты влюблена в красоту, то обязательно захочешь разделить это чувство с другими. Мы предлагаем тебе присоединиться к сообществу единомышленников, где ты сможешь обмениваться опытом, вдохновлять и вдохновляться, получать советы профессионалов и находить новых друзей. Неси красоту людям, и ты достигнешь успеха. Вместе с Oriflame ты сможешь получать дополнительный доход без рисков и стресса. Будь независимой, планируй свое время, строй успешную карьеру и наслаждайся свободным временем со своими близкими. Oriflame предлагает тебе новый взгляд на красоту. Красоту как образ жизни. Достигай гармонии внешнего и внутреннего. Наслаждайся общением, возможностью получать дополнительный доход и строить свой независимый бизнес. Раскрой свой уважаемые лидеры. Доброе утро всем тем, кто сейчас не спит, всем тем, кто подключился к нашему такому завершающему предновогоднему вебинару, посвященному акцентам каталога номер 1 2017 года. Напишите, пожалуйста, в чате, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно, для того, чтобы мы могли начинать наш вебинар. Так. 10, 10, плюсики. Отлично, меня видно и слышно, тогда давайте начинать. Итак, начать я хотел бы, как всегда, уже по традиции, с того, кем мы являемся, кем является компания Oriflame. Oriflame – это шведский эксперт в целостном подходе к красоте и стилю жизни wellness. Что же это значит? Это значит, что в компании Oriflame есть предложение для красоты как целостного подхода к жизни. Для нас красота – это не только внешняя, это еще и внутренняя красота. И у нас в портфолио есть огромное количество продуктов, которые помогают сохранять красоту как изнутри, так и снаружи. Это, конечно же, в первую очередь комплексный уход за кожей лица Novage. Внутреннюю красоту мы, конечно же, сохраняем при помощи нашей уникальной линейки категории Wellness. И при помощи декоративной косметики мы следим за последними модными трендами, которые сейчас происходят в мире высокой моды. Кроме того, для нас красота – это, конечно же, уверенность в себе. А уверенность в себе достигается благодаря бизнес-возможностям, которые есть в компании Oriflame. И это не только дополнительный доход, который может получать консультант, но это также и возможность построения своего собственного и независимого бизнеса. Кроме того, конечно же, красота – это общение, это эмоции. И в компании Oriflame мы также предлагаем участие в сообществах, где вы можете обмениваться идеями, где вы можете обмениваться своим успехом
радоваться успехам друг друга, мотивировать друг друга и просто приятно проводить время. Итак, компания Oriflame – это целый стиль жизни, это уход за кожей лица, это здоровье при помощи продукции wellness, это возможности дополнительного дохода либо независимого построения бизнеса, и это общение в среде единомышленников. И перед тем, как начать наш вебинар «Акценты каталога», я хотел бы еще раз вспомнить, что произошло буквально вчера. А вчера произошло очень знаменательное событие. Вчера около сервисного центра появилась вот такая вот замечательная новая белая Volvo из салона с огромным таким красивым бантом. И эта Volvo была вручена топ-лидеру компании Oriflame Светлане Гречишниковой. Такой очень, знаете, приятный, я думаю, для Светланы новогодний подарок и сюрприз от компании Oriflame. Поэтому давайте все вместе еще раз ее поздравим бурными овациями. Ну что ж, давайте начнем с каталога с нашего, да, какая же основная тема нашего каталога номер 1 2017 года. И уже по традиции, наверное, каждый год в компании Oriflame каталог номер 1 – это большая распродажа. Да, то есть это действительно каталог, который представляет собой большую распродажу с очень глубокими скидками, с очень выгодными ценами. И по традиции, конечно же, этот каталог, так же, как и текущий каталог, он будет длиться не 3 недели, а 4. А это значит, что у наших лидеров будет намного больше времени для того, чтобы хорошенько поработать и для того, чтобы показать отличные результаты в каталоге номер 1. Кстати, я думаю, что уже многие лидеры заметили, что каталог, который длится 4 недели, действительно приносит отличный результат, и многие лидеры уже в начале этой недели мне писали, что они закрыли все те квалификации, которые они планировали сделать в этом каталоге, и уже эту неделю они работают над тем, чтобы просто увеличить свой товарооборот для того, чтобы пригласить еще больше людей в свои команды и тем самым еще больше укрепить свой бизнес. И я думаю, что каталог номер 1 пройдет именно под таким же, скажем, флагом, да, и каждый лидер приложит максимум усилий для того, чтобы увеличить продажи своей структуры. Ну что ж, давайте поговорим о sales-составляющих каталога номер 1 2017 года. И первая составляющая, как я уже говорил, это распродажи. Это 9 разворотов с любимыми средствами, которые являются бестселлерами в каждом каталоге. Это средства по уходу за кожей, это средства по уходу за телом, это декоративная косметика. И на целых 9 разворотах представлена эта продукция с глубокими скидками до 75%. Кроме того, конечно же, скажем так, таким важным составляющим любого каталога является активность, и для поддержания активности у нас в каталогах 17 и 1 представлена акция, которая, ну, скажем так, перетекает из 2016 года в 2017, и в каталоге номер 1 вы сможете приобрести замечательную туалетную воду Giordani White Gold, а также мультивитамины и минералы, если вы выполнили определенные условия в каталоге номер 17 и выполните такие же условия в каталоге номер 1. И еще, кроме того, в каталоге номер 1 представлена полюбившаяся очень многим серия Royal Velvet, и на капсулы, которые представлены у нас в каталоге, в каталоге номер 1 есть очень глубокая и очень интересная скидка, поэтому капсулы являются таким тоже драйвером нашего каталога, несмотря на то, что это не новинка, но этот продукт, он действительно любим очень многими нашими консультантами, и я думаю, что капсулы станут бестселлером каталога номер 1. Давайте посмотрим, на что же мы привлекаем, да, на что же мы привлекаем внимание наших клиентов и на чем же мы зарабатываем в каталоге номер 1. В первую очередь, конечно же,
привлекаемый, как всегда, на драйвер. Да? То есть это продукт, который представлен в каталоге с очень хорошей скидкой и который, ну, скажем так, даже, в принципе, не нуждается в представлении. То есть это то, что человек видит первым, да, когда он открывает наш каталог. И очень примечательно то, что в каталоге номер один это не просто какой-то один продукт, это целая серия, такой набор, который может, мне кажется, в принципе, стать таким универсальным подарком для всех. Да? То есть для любой женщины вы можете просто приобрести этот набор, и я думаю, что она будет рада такому подарку. Этот набор, он состоит из нескольких продуктов, и еще мы с вами о нем поговорим немножко позже. Кроме того, конечно же, таким основным запуском каталога номер один является серия, новая серия декоративной косметики Color Box, о которой вы уже, я думаю, слышали, уже смотрели в каталоге, уже смотрели видео акценты каталога. И также у нас есть продукты, на которых мы с вами в каталоге номер один будем зарабатывать. И, конечно же, в первую очередь это новая туалетная водичка Венча, фланкер туалетной воды Венча, Венча Beyond, которая представлена в нашем каталоге на последнем развороте, и вы можете видеть, что за одну туалетную водичку вы можете получить целых 15 бонус-баллов. Туалетная вода действительно является очень трендовым, запах сейчас такой очень свежий, и я думаю, что это будет отличным подарком вашим мужчинам. Также, как я уже говорил, у нас в каталогах номер 17 и 1 действует такая акция двух каталогов на мультивитамины и минералы Wellness. Я думаю, что все мы заботимся о своем здоровье, и такая отличная скидка на полюбившиеся всем витамины будет очень кстати. И, конечно же, также, я думаю, всем будет очень приятно получить такой подарок. И еще один продукт, на котором мы будем зарабатывать в каталоге номер один, это уже женская туалетная вода Giordani Gold White, которая представлена у нас в каталоге. И ее вы также можете приобрести по очень выгодной цене в каталоге и получить за нее 16 бонус-баллов. Давайте еще раз пройдемся по тем продуктам, которые представлены в каталоге, на которые необходимо обратить внимание каждому лидеру. И вот здесь вот я уже говорил про этот набор. Давайте еще раз его рассмотрим. Это замечательная тушь, это очень приятный крем для рук, это шариковый дезодорант, гель для душа и такая вот мини-версия туалетной воды VIP Only. Согласитесь, подарок очень интересный и мог бы подойти любой женщине. И действительно, он представлен по очень выгодной цене, поэтому я думаю, что такой драйвер каталога обязательно привлечет внимание ваших клиентов. Как я уже говорил, у нас в первом каталоге запускается серия Color Box, и здесь вы видите огромное количество оттенков, которые есть в этой линейке, и действительно по такой очень доступной и выгодной цене. А учитывая то, что помаду без карандаша обычно никто не использует, то здесь вы можете рассчитывать сразу на такую двойную покупку. Это карандаш вместе с помадой. И, соответственно, за каждый продукт вы сможете получить 4 бонус-балла, а вместе это уже целых 8. Каждая женщина, конечно же, покупает себе не один оттенок помад, поэтому я думаю, что продажи намного больше, чем просто одна помада и один карандаш. Мы уже говорили с вами о туалетной воде Venture Beyond. Она была выпущена благодаря тому, что оригинальная туалетная вода была продана в количестве 250 тысяч упаковок, и это значит, что эта туалетная вода действительно имела огромный успех среди наших консультантов, и на вот таком вот, скажем так, успехе мы решили выпустить также ее планки, туалетную воду Venture Beyond. Она сочетает в себе фруктовые ноты и соответствует всем модным трендам. Парфюмерная вода Giordani White Gold Original – это обновленный дизайн легендарного аромата, который соответствует такому тренду цитрусовых композиций, тоже очень такой свежий.
И я думаю, что все вы уже прекрасно знаете эту туалетную воду и, конечно же, умеете ее рекомендовать. И, как я уже говорил, у нас в портфолио представлена всеми полюбившаяся серия, которая, мне кажется, в каждом каталоге является одной из самых продаваемых. Это, конечно же, серия Royal Velvet. И в этой серии представлены интенсивные капсулы, которые в каталоге номер один представлены в очень выгодной цене. В чем же эффективность капсул? Да, мы уже с вами знаем, что эффективность капсул у нас заключается в том, что все полезные вещества, которые хранятся в маслах, они сохраняют максимально свою эффективность, так как на них нет никакого воздействия окружающей среды. Они находятся в такой капсуле, которая их защищает от всех вредных воздействий окружающей среды. Поэтому вы можете быть полностью уверенными, что вы получаете максимальный эффект от использования этих капсул. И, конечно же, как я уже говорил, каталог номер один – это каталог, в котором действует огромное количество скидок, огромное количество распродаж, и на 9 разворотах вы сможете каждый, я думаю, найти для себя продукт, который с удовольствием приобретете и с удовольствием будете рекомендовать своим знакомым. И на этом слайде видим только один разворот, и я думаю, что уже здесь видно, насколько выгодные и глубокие скидки есть в нашем каталоге. Причем это еще не максимальные скидки, это всего лишь скидки минус 50% на нашу замечательную серию Love Nature. Но я могу очень долго рассказывать о продукте, но я думаю, что никто не сделает это лучше, чем наш специалист по продуктовой коммуникации Наталья Трепашко, поэтому я сейчас... Доброе утро, дорогие лидеры! Как меня видно, слышно? Видно ли меня и слышно пока никакой реакции? Да, здравствуйте! Я очень рада приветствовать вас на запуске первого каталога 2017 года. Такой предновогодний, предпраздничный день. Я думаю, что у некоторых праздники начались чуть раньше. И да, очень радостно, что 4 недели каталога позволили многим лидерам закрыть квалификации намного раньше, чем закончился каталог. Это замечательные новости для всех нас. И следующий первый каталог будет длиться также 4 недели, и это дополнительная возможность вам сделать не просто товарооборот, а максимально его увеличить. И я сейчас вам расскажу, за счет чего и за счет каких фокусов первого каталога это можно будет сделать. Итак, фокус нашего первого каталога – это самая большая распродажа, и название, скажем так, этого каталога практически одноименное с очень известным сериалом, полюбившимся многим, и тема «Бьюти-бокс-вечеринки» такая же фактически. История о том, что для каждой женщины, как и в сериале, есть 4 разных образа. Домохозяйка, очень активная, амбициозная женщина, карьеристка и женщина-писательница. И каждая из женщин, каждая из этих образов и любая женщина в Беларуси сможет найти что-то привлекательное с огромной скидкой в первом каталоге 2017 года. Итак, фокусы каталога. Суперпредложение в начале. Это наша новая линейка декоративной косметики Color Box. Драйвер каталога. Драйвером каталога в первом каталоге является невероятный набор «Мечта шопоголика». Суперпредложение в конце каталога, главные продукты каталога и, конечно же, предложение на задней обложке. Итак, такая же новая серия трендовой декоративной косметики представлена в каталоге по революционной цене. Вы знаете, действительно, помады и карандаши Color Box являются очень интересными по своему предложению во многом из-за того, что они по текстуре, по нанесению немножечко напоминают 100% цвета и, в общем-то, находятся в той же ценовой категории, но, честно вам скажу, по качеству они ничуть не уступают нашим более дорогим вариантам типа Giordani Gold. То есть они очень мягкие, они наносятся от полупрозрачного до очень плотного нанесения, они в невероятных оттенках, здесь можно найти действительно для каждого случая, для каждой девушки, для любительницы
и темных тонов, очень популярных в 2015, 2016 и 2017 году, остается тренд на темные помады. И для тех, кто любит более нюдовые образы. В общем, каждая девушка найдет для себя здесь очень-очень привлекательное предложение. Сейчас я чуть-чуть отвлекусь, покажу вам поближе. Прошу прощения. Прийти пришла, а новинки не принесла. Итак, я вам сейчас покажу. Вы знаете, дизайн упаковки очень лаконичный и очень популярным стал не только среди нашей компании, но и вообще в целом. Такой шведский минимализм, очень привлекательная и очень симпатичная упаковка, которую, в общем-то, очень приятно будет достать даже в многолюдном месте. Я обращаю внимание на карандаш для губ. Карандаш небольшого размера, он по граммам чуть меньше, чем средний статистический карандаш для губ, но хочу я вам сказать, что я была очень приятно удивлена его мягкостью и великолепными цветовыми решениями. Их немного, но они действительно очень-очень приятные. Я как визажист, ну, как-то чуть меньше тяготею к автоматическим карандашам. Я больше люблю заточить карандаш до той остроты, которая мне нужна. Я больше люблю как-то регулировать именно процесс нанесения, поэтому для меня обычные такие деревянные карандашики – это вот прям моя любовь как визажиста. И я вам хочу сказать, что вот эти карандаши по такой невероятно низкой цене – это действительно мечта и находка для каждой девушки. Пробников надо посмотреть, Юля, к сожалению, пока не могу ответить на этот вопрос. Итак, мы идем дальше. Обращаю ваше внимание на то, что помада, помимо всех своих свойств, она еще и очень хорошо увлажняет губы, очень хорошо держится на губах, особенно вместе с карандашиком. Поэтому я думаю, что цена, которую вы увидите в каталоге, удивит вас так же приятно, как и меня. Итак, мы идем дальше. Какой же набор бестселлеров незаменим в ванной каждой модницы? «Мечта шопоголика» называется этот набор. На самом деле, немножко разрозненный, кажется, на первый взгляд, но, согласитесь, здесь есть вообще все, что нужно девушке ежедневно. И я думаю, что те, кто проводит время в разъездах, и мы как сотрудники компании часто бываем в командировках, я думаю, что этот набор – это просто must-have номер один, потому что действительно здесь есть все, чтобы вот прям взять сумочку и положить с собой. И точно так же этот набор необходим каждой девушке каждый день, и я думаю, что такая невероятная скидка и вот такой набор станет действительно очень хорошим первым заказом в первом каталоге 2017 года. Итак, у нас в маленьком варианте версии, в таком походной, вышла туалетная водичка VIP Only. Это такой тоже бестселлер своего рода, очень интересный, необычный аромат, который имеет целый ряд поклонниц. Он вышел в миниатюре, и это тоже очень удобно носить его везде всегда с собой, потому что наша с вами работа предполагает то, что мы, выходя из дома в 8 утра и в 8 часов вечера, назначая какую-то встречу, мы должны точно так же хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать на протяжении всего дня. И, конечно же, такие походные варианты и парфюмов, и декоративной косметики, они очень способствуют тому, чтобы носить их с собой в сумочке и чувствовать себя хорошо на протяжении всего дня. Итак, какой популярный аромат выходит в новом формате в первом каталоге? Итак, конечно же, речь идет о парфюмерной воде Giordani Gold White Original. Мне, конечно, немножко сложно. Андрей так хорошо рассказал о всех запусках, о всех новинках, что я, если честно, даже не знаю, что тут еще дополнить. Единственное, что хочу вам сказать, очень знакомый нам с вами аромат Giordani White Gold. Композиция аромата осталась неизменной, это по-прежнему дневной аромат, очень интересный, с такой ни на что не похожей композицией. Единственное отличие от предыдущего варианта – это флакон. Флакон стал более таким минималистичным, с более такими ограненными углами, и фактически это такой же флакон, как и у Giordani Gold Original. То есть они теперь вышли в одной версии, теперь действительно стало понятно, что это ароматы из одной линейки,
с некоторыми дополнениями в композиции. Но речь идет именно о отличии White Gold от White от Giordani Gold Original. Итак, я думаю, что все знакомы с этим ароматом. Да, это тоже один из любимых ароматов очень многих наших женщин. И я тоже соглашусь с Андреем, что я думаю, что вы прекрасно знаете, как его рекомендовать. И для каждой любительницы таких фруктово-цветочных, шипровых, вместе с тем и шлейфовых ароматов есть целый ряд поклонниц. Итак, мы идем дальше. Какой же новый аромат в тренде фруктовых нот выходит в каталоге номер один? Да, речь идет о Venture Beyond, и я думаю, что вы согласитесь со мной, что у женщины есть свой парфюмерный гардероб, и это уже считается абсолютной нормой, когда у тебя есть несколько ароматов для каждого случая. И точно так же у каждого мужчины должен быть свой парфюмерный гардероб, в нем должны быть и такие деловые, строгие ароматы, наподобие Giordani Gold Note мужская, которая не так давно вышла, тоже в новом флаконе. Конечно же, это должен быть какой-то повседневный аромат, такой рабочий, скажем так, на каждый день. И, конечно же, аромат выходного дня, спортивный, легкий, интересный. И как раз-таки Venture Beyond выходит именно в рамках ароматов вот таких выходного дня, в рамках спортивных ароматов. И здесь даже на картинке видно, что всячески рекламная, скажем так, акция этого аромата говорит нам о том, что этот аромат является таким дерзким, необычным, ни на что не похожим. И, конечно же, и сам флакон, и сама упаковка говорит нам о том, что здесь фруктовые ноты содержатся, здесь и мандарин, дыня, груша. Но не пугайтесь, не удивляйтесь, на самом деле это не сладкий аромат, это прям такой действительно мужской дерзкий аромат. И молекула, которая содержится у нас, вот эта молекула каскалон, она содержится у нас, если помните, Amazing Paradise, водичка женская, там тоже содержится вот эта молекула. И для тех, кто смотрит вебинары, для тех, кто любит аромат, наверное, знаете, что эта молекула так называемой большой свежей воды. Это вот то ощущение, когда после такого тропического леса где-то вдруг открывается водопад большой, и вот эта вот свежесть, которая, скажем так, ударяет прям в лицо, вот это и есть эта молекула, и она содержится в этом аромате, если честно, наверное, чувствуется в самую первую очередь, и только потом вот я, допустим, слышу вот эти фруктовые ноты. Поэтому я бы не сказала, что аромат на 100% фруктовый, он действительно дерзкий, мужской, спортивный и невероятно классный. Поэтому дополнение к аромату, к ароматам, которые есть у мужчин, я думаю, что это станет действительно очень-очень хорошим дополнением. И, ну, по статистике, конечно, 80% ароматов в гардеробе мужчины появляется благодаря его женщине. Потому что мужчины у нас не так любят шопинг, не так часто балуют себя такими подарками. И, конечно же, я думаю, что девушки в первую очередь заботятся о своих мужчинах и дарят им на праздники всевозможные парфюмы. И, конечно же, Venture Beyond будет хорошим дополнением, учитывая то, что, в принципе, в первом каталоге у нас никаких праздников не ожидается, но, тем не менее, по очень привлекательной цене подарить мужчине еще один праздник, скажем так, я думаю, что это очень, очень хорошее предложение. Итак, мы идем дальше. Какие продукты по уходу за телом помогут вам провести спа-уход в домашних условиях? И уже который каталог подряд мы говорим вам о том, что зима – это то время, когда нужно ухаживать за собой, не только за кожей лица, но и за кожей всего тела, потому что перепады температур, потому что морозы и сухость в помещениях, они, конечно, портят кожу на всем теле. Не забывайте за ней ухаживать, и первый каталог нам дарит невероятные скидки на очень-очень любимый, не только мной, я думаю, набор «Шведский спа-салон». И в этот набор входит у нас скраб для тела, ну, гель-душ-скраб, очень приятный. Очень, я очень люблю этот аромат с шведским вереском, такой действительно согревающий, очень теплый, очень приятный, очень хорошее эксфолирующее качество имеет этот скраб.
И в этом же наборе у нас есть питательное масло для тела. В обзоре каталога, я думаю, вы видели, действительно, и те, кто пробовал его, когда эта обновленная линейка «Шведский спа» вышла, я думаю, что тоже появилось очень много поклонников этой серии. И, конечно же, в этот набор входит антицеллюлитный крем. Как говорится, готовь сани летом, сезон отпусков, как ни странно, не за горами, не забывайте об этом. И я, как и wellness-менеджер, напоминаю вам о том, что, скажем так, провести праздники за столом – это, в общем-то, неплохо, но не забывайте о том, что нужно, конечно, держать себя в форме. И действительно, лето придет нежданно, и антицеллюлитный крем, я думаю, что это тоже хорошее напоминание о том, что нужно не забывать следить за собой, ухаживать за собой и дарить себе не только спа-процедуры, но и не забывать о тренажерном зале, чтобы летом или по весне, скажем так, вдруг не обнаружить, что купальник стал мал. Итак, мы идем дальше. Какие антивозрастные средства заменят салонную процедуру по уходу за кожей лица? И опять же, Андрей уже сказал об этом, интенсивно подтягивающая капсула для лица «Королевский бархат» с невероятной скидкой выходит у нас в первом каталоге. Конечно же, речь идет о очень интенсивном средстве по уходу за кожей лица, антивозрастном уходе за кожей лица. И тот экстракт черного ириса, который является очень мощным антиоксидантом, поможет не только подтянуть кожу и восстановить структурный каркас кожи, но и очень интенсивно поухаживать за кожей лица. Конечно же, это необходимо на протяжении всего года, но особенно в питании кожа лица нуждается именно зимой. И, конечно же, количество масел, которые содержатся в этих капсулах, нужны именно для того, чтобы интенсивно питать кожу лица. Я думаю, что эта серия, которая появилась много-много лет назад в компании Oriflame, тоже имеет целый ряд поклонниц. И, конечно же, я думаю, что это самое время напомнить вашим клиентам о том, что в первом каталоге, в самом большом каталоге распродаж, есть невероятная возможность, скажем так, пополнить свои запасы интенсивных ухаживающих средств для кожи лица. И, конечно же, должен быть в каждом заказе, это продукт задней обложки каталога. Я думаю, что мы не будем подробно останавливаться на этом. Действительно, невероятные скидки, и, конечно же, это то, что должно быть у каждой женщины. Ухаживать за собой нужно, конечно же, каждый день. И еще раз напоминаю вам о том, что первый каталог – это самый большой каталог распродаж. Целых 4 недели есть у вас на то, чтобы вспомнить, обзвонить и побеседовать с каждым вашим клиентом и, конечно же, с каждым человеком из вашей структуры. И я думаю, что каждая женщина и мужчина найдут для себя привлекательный продукт, любимый продукт с огромной скидкой в первом каталоге. Итак, что же нужно знать о каталоге номер один? Конечно же, для привлечения внимания мы будем использовать с вами тот самый набор «Мечта шопоголика», который действительно является таким сборником всего того, что должно быть у каждой женщины на каждый день. Конечно же, можно привлекать внимание на новый запуск декоративной линейки Color Box. Я вам еще раз напоминаю о том, что действительно оттенки есть для каждой девушки. Я думаю, что по такой цене можно набрать сразу несколько помад и комбинировать их между собой и подобрать эти помадки под каждый случай в жизни, от нюдовых макияжей до самых экстравагантных и дерзких. И опять же, тренды 2017 года говорят о том, что мы по-прежнему свободны в выборе, вы можете творить все, что вам заблагорассудится. Я очень часто говорю о том, что давным-давно прошли те времена, когда нужно было подбирать помаду под цветотип или как-то опираться на то, что подойдет, не подойдет. Здесь вопрос исключительно вашего комфорта. Вы вправе делать все, что вам заблагорассудится. Даже если вы женщина с холодным цветотипом, но вы страшно любите персиковые помады, конечно же, никто вам не запретит их использовать. И, конечно же, огромное количество оттенков помад Color Box поможет вам привлечь внимание
новых консультантов, привлечь внимание людей, которые давно не размещали заказ. И я думаю, что действительно несколько помад и карандаш – это будет такое хорошее дополнение после таких новогодних праздников, когда все очень сильно потратились, возможно, на подарки, и хочется порадовать себя любимым. И, конечно же, для вас, для лидеров, важно то, на чем мы будем зарабатывать в первом каталоге. Конечно же, это невероятные скидки на любимые продукты. Это и Royal Velvet серия, и капсулы практически с 55% скидкой. Это и наборы декоративной косметики. И это очень большое количество любимых продуктов с очень глубокими скидками. И еще раз напоминаю вам о том, что удобно и хорошо зарабатывать на любимых продуктах, которые, в принципе, продают себя сами, с довольно большими бонус-баллами. И речь идет о Giordani Gold White. Это еще один повод, скажем так, обновить парфюмерный гардероб или для любительниц этого аромата приобрести свой любимый аромат со скидкой и в новом флаконе. И, конечно же, продукты для привлечения внимания. Я думаю, что это может быть не только драйвер нашего каталога, набор «Мечта шопоголика», но и огромное количество других предложений из первого каталога. Итак, на этом, наверное, у меня все. Все, что я хотела вам сказать. Да, но обращаю ваше внимание, я, допустим, вот этот слайд, который мы частенько пропускаем, возможно, из-за того, что мы все знакомы с нашими достижениями, но обратите внимание, что этот слайд обновился, и в этом году мы получили довольно большое количество новых наград. Пожалуйста, акцентируйте внимание и ваших коллег, и людей из вашей структуры, и, конечно же, новичков, на том, что в этом году, 2016, уходящем году, мы получили премию FIFI за аромат My Destiny. Excite Force был назван лучшим мужским ароматом в 2015 году, но тем не менее остается популярным по сей день. Oriflame стала лауреатом премии «Товар года 2016 в России». И, конечно же, сюда можно добавить и выбор года в Беларуси. Мы стали выбором года и не только как компания прямых продаж номер один в Беларуси, но и наш невероятный бренд Novage получил тоже премию «Выбор года». Мы получили премию «Здоровое питание». Мы получили премию «Allure» за наши невероятные жидкие помады Mousse The One Lip Sensation. И, конечно же, наши факты гордости о качестве нашей продукта, о том, что мы компания, которая занимается благотворительностью. И, конечно же, множество других наград, не забывайте об этом. И действительно, я думаю, что это поможет вам привлекать людей, поможет вам настраивать людей становиться, скажем так, более лояльными к нашей компании. Потому что, конечно же, эти награды даются не просто так. И это действительно огромный титанический труд наш с вами для того, чтобы получать такие награды. На этом у меня все. Все, что касается новинок, я передам слово следующему спикеру от себя. Я от всей души хочу вас поздравить с наступающим 2017 годом. Это юбилейный год в компании Oriflame. Такое случается действительно, наверное, раз в 50 лет. И я очень хочу пожелать вам, нам с вами, новых свершений, новых достижений. Конечно же, несмотря на возраст, я думаю, что каждый взрослый, как и ребенок, верит в чудо, верит в какие-то, может быть, силы свыше. И я надеюсь, что наша с вами внутренняя сила поможет нам и вам открывать новые звания, закрывать новые звания и сделать максимум того, что требуется от вас в 2017 году. Спасибо вам огромное за внимание. Я желаю вам хорошего закрытия 17-го каталога 16-го года. До новых встреч. И давайте с вами поговорим об основном акценте лидера в работе в каталоге номер один. Итак, основной акцент – это, конечно же, поддержание максимально возможной активности в структуре лидера. Я думаю, что ни для кого из нас не секрет, что первый каталог считается, несмотря на то, что это каталог, который приходится на такой сезон продаж, этот каталог считается, скажем так, наименее активным из всех,
потому что люди очень долго отходят после новогодних праздников, они очень долго остаются под елкой, и наша с вами задача их из-под этой елки, собственно, и вытянуть. Поэтому для того, чтобы поддерживать активность в структуре каждого лидера, мы как компания рекомендуем вам, конечно же, рождественские встречи с компанией Replane. И я думаю, что все мои коллеги согласятся со мной, что максимальный день, когда вы можете начинать рождественские встречи, то есть это обязательно нужно делать уже, это 2 января, когда люди уже все-таки немножечко просыпаются после новогодних праздников, и уже в этот день, 2 января, необходимо приглашать их на ваши мероприятия, которые будут проходить вплоть до Рождества, может быть, даже немножко и после, на вот такие вот рождественские встречи с компанией Replane. Это могут быть встречи абсолютно разной тематики, это могут быть какие-то детские праздники, это могут быть совместные вечера, это могут быть какие-то мастер-классы рождественские, да, то есть обязательно необходимо людей как можно быстрее выдернуть, скажем так, из их рутины, в которой они обязательно окажутся после Нового года, да, и вот так вот достать их как можно быстрее из-под елки для того, чтобы максимально увеличить активности в вашей структуре. Конечно же, мы как компания обязательно поддерживаем и будем поддерживать вас для того, чтобы вы могли увеличивать активность в вашей структуре. И для этого у нас, конечно же, есть наша рекрутинговая компания «Твои настоящие моменты». Также это стартовая программа и дополнительная поддержка в виде акции активности. Напоминаю вам, что в каталоге номер 1 продолжает действовать программа по приглашению «Твои настоящие моменты», в которой можно получить замечательные подарки, в том числе и невероятный планшетный компьютер, которым мы до сих пор всем офисом восхищаемся и приходим к Лёше его иногда просто подержать в руках, потому что я думаю, что такой гаджет он должен быть у всех, и я думаю, что мы всех хотели бы его тоже получить под новогоднюю елку. Напоминаем, что наша рекрутинговая компания является уникальной еще в том плане, что у нашего консультанта есть возможность бесплатной регистрации при условии размещения единовременного заказа на 10 бонус-баллов и более в течение 72 часов или 3 дней с момента регистрации. Поэтому обращайте, пожалуйста, внимание ваших новичков на эту возможность, потому что это еще один дополнительный плюс для того, чтобы присоединиться к компании Replane. Конечно же, я уже говорил про нашу программу лояльности, которая действует в каталогах 16, 17, 1 и 2. И обязательно посмотрите еще до того, как завершится каталог номер 17, на то, чтобы все ваши консультанты, все ваши консультанты в вашей структуре разместили заказы на 50 бонус-баллов и более в каталоге номер 17. Также обязательно посмотрите тех, кто разместил заказы, скажем, на 45 бонус-баллов или 40. Таким людям осталось совсем немного для того, чтобы выполнить условия акции в каталоге номер 17, поэтому вам необходимо их немножко подтолкнуть. Конечно, они уже не получат свою продукцию, которую они закажут в этом году, но я думаю, что как раз тогда, когда они смогут получить наборы по данной акции, будет действовать как каталог номер 2, который, как вы знаете, приходится на замечательный праздник 14 февраля, День всех влюбленных, и я думаю, что в принципе в этой акции представлены уже готовые подарки, наборы для этого замечательного праздника. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание ваших консультантов, что, скажем так, готовить сани нужно летом, несмотря на то, что сегодня зима, и чем эффективнее они поработают в каталоге номер 17 и в каталоге номер 1, тем более выгодную скидку на один из таких замечательных наборов они получат в каталоге номер 2. Как я уже говорил, основной фокус у нас активность, но мы также не должны забывать про рекрутирование, так как рекрутирование является, в принципе, такой основной движущей силой нашего бизнеса, и про него никогда нельзя забывать. И, как я уже говорил, каталог номер 1 является немножечко таким не самым активным, но, несмотря на это, он длится 4 недели, и за
за эти 4 недели у наших лидеров есть возможность пригласить огромное количество новичков в своей структуре для того, чтобы они, кстати, также смогли принять участие в акции активности, в стартовой программе и так далее. Поэтому не забывайте про то, что в рекрутировании и в активности должен быть здоровый баланс. На этом моя часть выступления завершается. От себя я хочу пожелать вам, в первую очередь хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Я хочу пожелать вам, чтобы в следующем году ваши стремления были еще больше, для того, чтобы каждый день, вставая с кровати, вы знали, что именно в этот день произойдет какое-нибудь замечательное событие, именно этот день станет для вас особенным, и чтобы каждый день это действительно было так, да, для того, чтобы каждый день был для вас особенным, для того, чтобы вы радовались каждому дню, для того, чтобы ваши близкие были тоже счастливы, здоровы, чтобы вы были здоровы и, конечно же, новых достижений, да. 2017 год, он принесет нам юбилей в компании Oriflame, и я думаю, что для каждого лидера просто является, ну, скажем так, долгом, да, закрыть новое звание именно в юбилей компании для того, чтобы внести свое имя в историю нашей с вами любимой компании. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и добрый день, дорогие лидеры. Мой коллега про меня забыл. Я постаралась очень быстро подключиться, дабы не потерять вас и все-таки рассказать свою часть и, конечно же, не упустить уникальную возможность лично поздравить вас с наступающими новогодними праздниками. Ну что ж, давайте приступим. У нас с вами совсем скоро начнется юбилейный 2017 год, год, в котором нас ожидают просто невероятные мероприятия от компании Oriflame, и для того, чтобы провести этот год с размахом, на всех мероприятиях, конечно, необходимо быть. Ну и поэтому я сегодня расскажу вам, на чем сфокусироваться уже в первый день старта первого каталога. Ну, если еще небольшие такие моменты, я бы хотела обратить ваше внимание о том, что с 1 января по 8 января в рабочие дни, понедельник и по пятницу отдел ISM будет работать в формате дежурства. Это значит, что не все АСМы будут на рабочих местах, а кто-то только один. И обязательно график нашего дежурства мы вам отправим для того, чтобы вы понимали, в какой день с кем можно связаться, с кем из АСМов. Ну, это первая часть, и вторая часть, знаете, мы тут сидим и с АСМами и ликуем, серьезно ликуем, потому что у нас уже, мне кажется, побит очередной рекорд пятилетней давности. У нас на сегодняшний день в ваших командах в Oriflame Беларусь открылись уже 30 новых старших менеджеров. Это настолько круто, что мы прямо, мне кажется, мы аплодируем, ликуем, открываем шампанское, поднимаем за вас тосты, это невероятно круто, очень много новых званий с уровня старший директор, очень много новых золотых директоров, старшие золотые директора. Как вы знаете, многие из вас знают, что в Республике Беларусь в этом году открыто самое высокое звание. Елена Ракочи и Денис Бирюков открыли звание старших бриллиантовых директоров компании Oriflame. Ну, в общем, хочу вам сказать, что 2017 год для нас с вами будет незабываемым. Ну и если вы еще пока сидите и думаете, открывать или не открывать новую квалификацию, делать ее или не делать, то я, конечно же, говорю вам делать. Делать эту квалификацию обязательно, потому что 17-й каталог стал для нас удивительным и невероятным. Ну что ж, давайте поговорим с вами о основных квалификациях, ведь много у нас будет старших менеджеров, много у нас будет новых квалификаций на первом в истории банкете «Юбилейный экспресс», который пройдет 29 января в отеле «Мариотт». Я более чем уверена, что многие как раз-таки стремились к этому банкету директоров для того, чтобы отметить свой успех в кругу таких же успешных
лидеров и менеджеров компании Oriflame. Поэтому обязательно смотивируйте вашу команду. Есть еще два незабываемых дня 17-го каталога для того, чтобы достигнуть результатов с уровня старше менеджера выше и стать участником юбилейного банкета директоров. Что касается дальше, давайте вспомним с вами о том, что все звания, которые будут достигнуты в период 16 и 17 года, будут внесены в специальную книгу, в специальное издание, которое будет посвящено юбилею компании Oriflame. И это издание будет вручено каждому лидеру, который закроет квалификацию в указанный период. Поэтому не упустите уникальную возможность закрыть новую квалификацию в период 2017 года и вписать золотыми буквами свое имя в историю компании. Ведь, как уже сказала Наталья, юбилейный год бывает раз в 50 лет. И, в общем, в эти 50 лет, как говорится, нужно засветиться для того, чтобы потом показывать эту книгу своим друзьям, знакомым, близким, для того, чтобы показывать ее своим детям и еще раз отмечать, насколько вы у них классные и крутые. Двигаемся дальше, и, конечно же, есть еще одно уникальное предложение, предложение которого, наверное, еще никогда не было в нашей истории, это День Сапфира. Конечно же, День Сапфира распространяется на День Бриллианта и на День Старшего Бриллианта. И звучит он следующим образом. Закрой квалификацию с уровня сапфировой директора и выше в период 2017 года, и компания пригласит тебя и твою команду на уникальное мероприятие. В чем же уникальность этого мероприятия? Мы, конечно же, пригласим вашу команду и встретим ее в сервисном центре с потрясающим wellness-завтраком от Мэтта Пола. Команда отдела продаж подготовит для вас эксклюзивный тренинг. Тот тренинг, который не слышал еще никто в Беларуси. Да, и вы будете первыми, для кого мы его прочитаем. И, конечно же, вы получите, условно говоря, такую небольшую фору перед всеми для того, чтобы применить услышанный материал на практике. После того, как мы с вами проведем этот незабываемый день в сервисном центре, конечно же, вас ждет фотосессия всей команды с руководством компании. После этого мы отправимся в ресторан, где за большим столом сможем поделиться историями успеха, сможем пожелать друг другу и дать напутствие для дальнейших достижений, для дальнейших результатов. В общем, в принципе, знаете, очень хорошо проведем время. Ну и после того, как команда отправится в свой регион, отправится домой для того, чтобы полной мотивации, энергии и инструментов готова будет действовать и достигать результатов, наш сапфир, если он женат или за... прошу прощения, женат или замужем, да, они отправятся отмечать этот день в прекрасный отель «Ренессанс», где их будет ожидать прекрасный номер и, конечно же, спа премудрости этого отеля. И вот такой вот прекрасный день будет ожидать наших лидеров с уровня сапфировый директор и выше. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваша квалификация была таковой. Ну и, конечно же, мы будем ожидать вас в сервисном центре. И такой день сапфира уже был в команде Натальи Шкловской. В первом каталоге мы, конечно же, будем ожидать в сервисном центре команду Екатерины Андреевой, ну и ожидаем всех присутствующих на этом вебинаре на таком же дне сапфира. Двигаемся дальше и говорим о том, что новые менеджеры с уровня 15% и выше, которые достигли этот результат в 17-м каталоге, но не были на предыдущем бизнес-ланче, то есть фактически впервые достигли максимально высокий результат в период 17-го каталога, они будут приглашены 29 января в отель «Мариотт», где состоится бизнес-завтрак для новых менеджеров компании «Oriflame». В общем, хочу вам сказать, что, конечно же, наших новых менеджеров ждет невероятное, грандиозное, удивительное мероприятие, потому что сразу же после бизнес-завтрака начнется наше мега-мероприятие, и немножечко подробнее о нем я, конечно же, вам еще расскажу.
8 каталогов осталось до завершения квалификации на банкет директоров, а это значит, что 17-й каталог является крайним, когда можно открыть квалификацию старшего менеджера и выше, и, закрыв звание директор компании «Oriflame» и выше, квалифицироваться на этот банкет директоров. Поэтому те, кто еще не успел открыть новую квалификацию, у вас есть целых 2 дня для того, чтобы это сделать и награждаться и чествоваться на сцене юбилейного банкета директоров 2017 года. Ну и, как говорят многие лидеры, что переквалифицироваться, то есть выполнить план по группам, это, конечно, хорошо, но все равно круче всего стоять на сцене. Тогда ты полностью ощущаешь, что этот праздник для тебя. Поэтому, дорогие лидеры, пожалуйста, сфокусируйтесь максимально на открытии квалификации в последние 2 важные для нас дня. Также подходит к завершению квалификация на конференцию для менеджеров. Я еще вам дам очень интересную раскладку, как проверить себя и своих менеджеров по квалификации. Хочу обратить ваше внимание, что первый каталог для нас является очень важным, потому что в первом каталоге нам нужно проконтролировать очень много пунктов, начиная от процентного уровня, который необходимо подтвердить, нам необходимо проконтролировать суммарное количество квалифицированных рекрутов, нам необходимо проконтролировать ежекаталожное количество квалифицированных рекрутов, ну и, несомненно, сделать 150 бонус-баллов. Ну и обращаю ваше внимание, что по альтернативным условиям квалификации в каталоге номер 1 выйти на уровень старшего менеджера могут еще те, кто является консультантом 0,6% на момент старта квалификации. Поэтому я думаю, что у вас есть такие герои, потому что у нас такие герои есть в Беларуси. Вот, например, мы сегодня радовались результатом в команде Виктории Прокопенко. У нее новый старший менеджер вышел за 3 каталога с момента регистрации. Ну, то есть человек пришел в компанию Oriflame, принял решение работать и за 3 каталога вышел на уровень 29, 15, 22. Вот так бы у нас все делали, очень крутой результат. Так что поздравляем Вику и ее команду с суперрезультатами этого года. Что касается квалификации на конференцию для менеджеров, я бы хотела, чтобы вы вот эти вот 3 контрольные вопроса имели у себя под рукой, задали их своему менеджеру не в конце первого каталога, а в начале, да, потому что их все-таки необходимо проконтролировать, связаться со своим АСМом или с дежурным АСМом и, конечно же, переуточнить, чтобы все было хорошо. Какие 3 вопроса? Конечно же, первый вопрос – это то, что необходимо по итогам первого каталога подтвердить максимальное звание, которое необходимо для квалификации. Спросите, как он собирается его делать, потому что первый каталог поддерживать благодаря высокой активности – это хорошо, но, тем не менее, мы ее с вами сделали в 17-м, поэтому мы должны быть уверены, что в первом каталоге у нас с вами будет очень много новых рекрутов, и тогда мы сможем с вами подтвердить, так сказать, усилить результаты первого каталога. Несомненно, нам необходимо выполнить ежекаталожное квалифицированное рекрутирование и квалифицированное рекрутирование за весь период, поэтому еще раз проверьте цифры, ну и сделать 150 личных бонус-баллов и выше. Если говорить о тех менеджерах, которые квалифицируются по альтернативным условиям, то, конечно же, им необходимо подтвердить уровень 22% и звание старшего менеджера компании Oriflame по итогам первого каталога. Это очень важно. Конечно же, необходимо проверить, чтобы ему хватало этих каталогов в период квалификации. Прошу прощения. Вот, видите, подтверждаю, что очень важные вопросы. Конечно же, необходимо проверить, чтобы он выполнил то количество каталогов на уровне старшего менеджера, которое необходимо до первого каталога, ну и для того, чтобы ему хватало этих каталогов для закрытия квалификации по итогам 8-го каталога 2017 года. Ну и 150 личных бонус-баллов должны быть каждый каталог. Что касается того, как проверить себя, директора компании Oriflame, квалифицируетесь ли вы на конференции вместе со своими менеджерами, то, пожалуйста, вот обратите внимание на эту нехитрую схему.
Да, если у вас два менеджера, а менеджер моей персональной группы выполняет квалификацию по обычным условиям, да, то вам необходимо проверить себя на то, что вы выполняете минимум 10 квалифицированных рекрутов, суммарно за весь период. Вам необходимо подтвердить уровень старшего менеджера с объемной скидкой 22% в каталоге номер один. Обратите, пожалуйста, на это внимание, потому что мы-то вроде бы своих старших менеджеров можем подтягивать, а про себя иногда забываем. Ну и, конечно же, у вас должно быть звание директора компании Oriflame с объемной скидкой 22% по итогам каталога номер 17. И если у вас 2-4 менеджера в разных спонсорских ветках, то стоимость путевки будет 300 евро. Если у вас их будет 5 в разных ветках, то путевочка вам будет бесплатная. Если же у вас менеджеры персональной группы идут по обоим условиям, то есть кто-то из них идет по альтернативным, а второй идет по обычным условиям, то тогда вам также необходимо проконтролировать выполнение Q-шек ежекаталожная и суммарная. И, конечно же, вам необходимо по итогам каталога номер 8 подтвердить минимальное звание директора компании Oriflame с объемной скидкой 22%. Ну, а если у вас менеджеры персональной группы идут по альтернативным условиям, оба менеджера в разных веточках, то вам необходимо контролировать их, вести их на директорское звание, проконтролировать их по всем вопросам, которые я озвучила вам ранее, и по итогам каталога номер 8 вам необходимо иметь звание директора компании Oriflame с объемной скидкой 22%. Ну вот как-то вот так вот, поэтому, дорогие лидеры, возьмите эти слайды, распечатайте, вставьте их в свои планерки и контролируйте выполнение квалификации. Ну, что касается бриллиантовой конференции, то квалификация продолжается, еще есть целых 13 периодов квалификации, делайте результат, достигайте его и вперед на бриллиантовую конференцию. Бонус «Мой первый автомобиль», мне кажется, рекордные будут выплаты по итогам 17-го каталога. Обязательно, помните, должен быть у вас прирост либо групп, либо баллов, вам необходимо выполнить план по рекрутированию, вам необходимо сделать 200 личных бонус-баллов. Помните, что если рекрут сделал заказ, а потом его вернул в компанию, а потом сделал новый, этот рекрут вам зачет на бонус «Мой первый автомобиль» не идет. Если в прошлом каталоге у вас группы не было, а в этом каталоге счастье случилось, группа вышла, то рекруты этой группы идут вам зачет на квалификацию на бонус «Мой первый автомобиль». Вы должны это помнить, да, что персональная группа фиксируется по итогам прошлого каталога, и, исходя из этого, вам выставляется план. А что касательно инструментов первого каталога для лидеров, то, конечно же, у нас с вами продолжает действовать, мотивировать и строить наш бренд «Книга «Красота как образ жизни». Да, я более чем уверена, что многие лидеры компании Oriflame уже научились грамотно совмещать работу с книгой, с каталогом. И заходим мы к нашим клиентам, консультантам, потребителям, друзьям, знакомым обязательно с книги красоты. Ну, уже второй инструмент, который мы предлагаем как сопутствующий, это же, конечно, каталог. Поэтому, дорогие лидеры, начинайте открывайте первый каталог, конечно же, с книги красоты, продолжайте флешмобы, которые вы хорошо продвигаете в социальных сетях вместе с книгой. Хочу вам сказать, что нам очень приятно с командой видеть ваши фотографии в социальных сетях, в Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, когда вы фотографируетесь вместе с книгой, когда вы описываете свои эмоции, впечатления, делаете это больше, доставляете нам удовольствие, ну и, конечно же, несомненно, привлекайте внимание к книге красоты. Также хотела обратить ваше внимание, что у нас есть очень много важных и полезных бьюти-предложений и бизнес-приложений для мобильных устройств, которые помогут вам ваш бизнес вести, ну, можно сказать, в тренде, да, если у вас еще нет этих приложений, ну, тогда вы как минимум отстаете
от всех остальных лидеров и от компании Oriflame в целом, поэтому, пожалуйста, установите их себе, установите их менеджером своей команды, приложение Beauty App, это, конечно же, бизнес-приложение Oriflame, это Wellness Life Plus предложение, пускай они будут у вас, пускай они помогают вам развивать ваш бизнес гораздо более динамично. Ну и у нас с вами руководство по продукции, никто не отменял знания о продукте, профессионализма, поэтому приобретайте его для себя, для своей команды, обращайтесь к нему, консультируйтесь у этого руководства, ну и становитесь все более и более успешными и профессиональными с каждым годом. Коммуникационный пакет для лидеров на первый каталог, все, что вам необходимо для эффективной онлайн-коммуникации, находится вот по этой ссылочке. Сразу после вебинара вы получите от нас эту презентацию и сможете скачать для себя потрясающие материалы для работы в социальных сетях. Там есть баннеры, там есть изображения для оформления групп, страниц, различные презентации, все возможные короткие видеоролики, ссылки и так далее. То есть, в принципе, очень-очень много всего. Вам не надо ничего выдумывать, просто берите этот материал, постите его, делайте грамотные сообщения в социальных сетях, и поверьте, да прибавится у вас новых подписчиков. Ну, в принципе, вот так вот, наверное, еще в завершении немножечко о нашем предстоящем мега-мероприятии. Как вы знаете, что сейчас идет предварительное бронирование билетов через топ-лидеров, поэтому обязательно коммуницируйте с информацией вашим топ-лидерам о том, планируете ли вы быть на мероприятии, планируете быть какой командой. Ну, а те лидеры, которые не имеют топ-лидеров в Республике Беларусь, то вам необходимо прислать заявочку не позднее 10 января на электронный адрес sales.bel@oriflame.by. Хочу обратить ваше внимание, что на данный момент мы даем возможность забронировать и выкупить 5 билетов на структуру с уровня старший менеджер и выше по итогам 16 каталога. Далее, как только все билеты будут забронированы, если билеты останутся, то мы их пустим в свободную продажу. Что нас ожидает, мы уже узнаем буквально в несколько ближайших дней. Хочу вам сказать, что мы будем награждать на сцене всех с уровня 9% с каталогов номер 8 и по каталог номер 17. Конечно же, на сцену выйдут новые старшие менеджеры компании Oriflame, и мы планируем, что они выйдут красиво и в вечерних платьях, потому что наша сцена впервые будет визуализировать большой подиум, подиум Oriflame. В общем, можно сказать, что вы примкнете к эволюции красоты, вы увидите последние тренды в моде, в бизнесе. Ну, в общем, я более чем уверена, что мероприятие будет мега запоминающимся для нас с вами. Начнется оно в 13:00, закончится в 5 часов вечера, встреча гостей будет с 12 до часу дня. Поэтому планируйте свое время. До у нас будет бизнес-завтрак, который начнется в 10 утра и закончится в 12 часов дня. После у нас в 13:00 стартует мега-мероприятие. И сразу же после мега-мероприятия мы с лидерами, которые открыли квалификацию с уровня старший менеджер и выше, или закрыли квалификацию директора компании Oriflame и выше, мы уже встретимся на банкете «Юбилейный экспресс». Поэтому, дорогие лидеры, те, кто планирует посетить два последние мероприятия, я хочу вам сказать, что придется, вероятнее всего, ночевать вам в Минске, ну или уезжать самым последним поездом, потому что банкет «Юбилейный экспресс» обещает греметь на весь Мариотт-отель и как бы создавать наше новое настроение, отличное настроение на 2017 год. Ну что ж, вот как-то вот так вот завершается 17-й каталог, завершается так, что, знаете, если честно, не хочется его отпускать, потому что он такой крутой, он принес нам столько много эмоций, положительных эмоций. Хочу вам сказать, что 2016 год для нас был успешным годом для Oriflame Беларусь, успешным годом для большинства лидеров. И знаете, я его отпускаю, наверное, с таким небольшим сожалением, но с благодарностью. С благодарностью ему за то, что он принес нам эту радость. И, конечно же, в 2017 год мы вступаем
мы входим не знаю, с очень большими силами, с очень большой уверенностью. Уверенностью в том, что юбилейный год в компании Oriflame принесет нам еще больше новых результатов и новых достижений. И для этого мы вместе с моей командой сделаем все возможное для того, чтобы ваш путь к успеху в 2017 году был легким, продуктивным и эффективным. Ну, от себя я желаю вам счастья, здоровья в 2017 году. Я желаю вам поставить перед собой мега-цели и, конечно же, их достигнуть. Я желаю вам провести этот год так, как вы это запланировали, ну и, конечно же, воплотить в жизнь все самые-самые заветные мечты. В общем, будьте счастливы в 2017 году вместе с компанией Oriflame. Ну и в конце нашего вебинара мы хотим запустить поздравления от нашего руководства, руководства компании Oriflame, поэтому не отключайтесь. Ну что ж, с наступающими вас праздниками, всего вам хорошего, мы вас очень любим, ценим,